Вот пришлось переделывать, перешкуривать. Вот эта вот болгарка, она в этой мастике вязнет. Ну, дабы как в том фильме, говорит, не только разуме, а волею пославшей меня супруги. Вот. Но здесь не видно. Вот так она заделана. Придется сейчас вторую, то же самое, сейчас отшкуривать. Ну, что делать? Только волю пославшей меня супруги. Кино номер два. Значит, вот она одна очищенная, это мы видели. Вот теперь вторая. Все отдраено. Красная подсветка вот это делает вид, что как будто ржавчина. Придется со своей родной. Вот он блестит, металл зачищенный. Вот. Все чисто. Вот оно наше место. Теперь надо это грунтовать. Вот он грунт у нас немецкий. Сделанный настоящими немецкими немцами. Голый металл теперь надо закрывать. И не разик, и не двазик. Промежуточная сушка минут 10. А потом перед нанесением мастички вот такая красота получается. Вот. Снимать и работать не всегда получается. Вот такая красота. Еще чуть вверх. И вот тут тоже. Вот, теперь даем межслойную выдержку. Вот. И потом еще раз сушим феном и потом уже можно наносить мастику. Вот такая красота. А чтобы сюда добраться, придется опять переставлять машину. Ну, что делать? Красота! Знаю, снимать кино. Вот такая красота у нас получилась. Все, я опять позамазал. Вот, и потом надо будет задуть слегонца мазью. Следующий этап нашего кино, вот тут кое-где аж выливается. Залил я все антикорчиком. Вот таким вот. И пусть оно теперь тут будет защищено. Вот. Вот так вот красиво, экзотически выглядит. Прикольно, конечно. Пришлось переставить опять машинку и начинаем по новой. Вот она наша красота. Это левая сторона. Грунтуем. Вот так. Чтобы все было красиво. Ну, как могу, так снимаю. Вот так. Вот так. Все, теперь пусть сохнет. Потом еще раз. Вся часть. Это задняя левая наша часть. Резкость не находится. Все замастичено. Вот со всех сторон. Вот теперь
ждем и дальше замовилим. Не замовилим, а зонтикорим. Забываю все название это. Привык мовиль, но это не мовиль. Ну вот и финиш с левой частью. Везде все подмовилино. Фу, блин, подмовилино, подантикорено. О, вот такая шедевриальная красота. Ну, естественно, и внутри там видно, все замовилино. Не замовилино, а зонтикорено. Ну, неважно. Вот все, финиш с этим. Михалычу большой вот привет. Смотрим, напротив этого шва у нас по низу вот она коррозия. Сейчас попытаемся ее зачистить и убрать. Физкульт, привет. А уже поздно, уже снято. Не успел. Я успею, если мне надо. Вот здесь заделали. Сохнет лачок. И вот здесь у нас несколько мест. Ну, мы их заделали грунтом и дунули сверху лачком. Вот, вот оно наше днище обработанное. Я почему-то то ли стер. Вот это опять же битумная мастичка, моя любимая. Все, где можно было. Вот. Антикором забрызгано. Здесь не стал мастикой делать по причине того, что здесь все-таки у нас находится глушак. И здесь жарко. А здесь уже можно. Вот. Теперь идем дальше. Вот. Опять же, мы все это обрабатываем и на всякий случай. Уже это, конечно, лишнее было. Но в данном случае там с краю коробов я еще антикором пролил кое-где по торцу. А вот смотри, сейчас я... Михаил остался. Сейчас, Михаил, подождите. Ну вот примерно такой расклад. Вот. Так, вот примерно вкратце. Все видно. Там, где мы долазили, остальное вот эти вот как бы пятнышки, это все антикор. Это все у нас антикор. Ну вот так вкратце обрабатывается днище. На предыдущих моих видео там и опели, и нивы я делал, мало ли чего я не делал. Можно посмотреть на видео, это все есть. Вот. Все вот у нас видно. Вот такие, короче, дела.